Здравствуйте. Вот решил сделать маленький сюжетик по моему любимому городу. Есть у меня такой любимый город, город Будапешт. Я вот там был уже несколько раз. Есть там такой остров Маргарита. Вот этот остров находится прямо по центру Будапешта, по центру Дуная, между Будой и Пештом. Вот. И что меня удивило и несколько потрясло, это как люди занимаются спортом. Вот. Остров — это место такое паломничество местных венгров, которые люди всех возрастов вот здесь вот занимаются спортом. Кто-то катается на роликах, кто-то катается на скутерах, кто-то катается на велосипедах. Здесь есть, кстати, прокат велосипеда. Вот это как раз место входа на этот остров с моста. Вот есть там стадион, на котором вход туда бесплатный. Вот есть там площадка, на которой постоянно проходят какие-то соревнования. Дети играют в футбол. Вместе с ними находится взрослый, который тоже играет и в футбол, и в волейбол, и играют в бадминтон. В общем, во что только не играет. И просто там я разговаривался с венгром, который говорит по-русски, я по-венгерски не говорю. И мы с ним поговорили, это было действительно интересно. Он мне сказал, что мы постоянно сюда ходим, ходит вся его семья. И показал на семью. Семья была там, жена, двое детей, взрослая девочка и мальчик. Вот они играли там в бадминтон, и я их сфотографировал, они меня сфотографировали. Вот. Ну, просто это удивительно, действительно. Ну, я допускаю, что у нас есть тоже такое вот повальное занятие спортом, но я вот такого не видел у нас в Петербурге. Вот. Ну, говорят, что в Москве вот выходные в некоторых парках тоже такое творится. Просто наплыв людей. Вот этот остров, вот и там есть, правда, платный бассейн. Вот, под открытым воздухом. А, открытым небом, наверное, так сказать. А мой просто отель находился на этом же острове. Вот это бегущие дорожки. Такие дорожки, по которым постоянно кто-то бегает. Ну, постоянно просто они бегают. Они проложены вдоль всего острова. А я был как раз на колонии наводнения. Все равно народ бегал. И, в общем, вот такая вот история. Вот. Спасибо, что посмотрели. Всем пока, всем привет. До встречи.